Центре Писявто, трудовые будни. Привет, Роман. Че ты тут с Хаммер расковырял? Почему весь? Не сковырял, посмотри. Че ты тут понаделал вообще? Перекос что-то наставили, поебойся, какой-то, понятно. Пришлось вот все вынуть, потрохали. Так, ну это наш еще проект не закончен. А что ты сегодня сделал, Роман? Пойдем покажем. Что я сегодня сделал, бля? Я вот накурил банку бычков, короче. Ну, блядь, эту же банку кофе я и выпил, собственно. Не, вон там красотка стоит на улице у нас. Да, там красотка, прям. Такая вот точила. Турбовая, да? ТТС. Так, Роман. О, Фаси. Проект за роль. Кожа, рожа. Купился, короче, Audi TT. Ну и, собственно, думаю, что, всем ставлю, а себе не ставлю. Поставился тоже на андроиде. Ну, понятно. Сейчас оценишь. Тут, короче, у меня стоит штатный усилок. Вот, и музон вообще базешный. Я пока не был, но это смешание. Попилили. Поделали вещи. Камеру не стал ставить. Посмотри, там я сзади бампер просто вижу задний, да? Бессмысленно ставить вообще. Ну, да. Ютуб там обновить надо. Короче, смотри. Вот такая, да. Ну, как моя такая же. Короче, что, ну, стандартно, радио. Музон, послушай. Долго. Бля, усилок штатный вообще вытягивает, на самом деле. Бля, проблем вообще никаких не было с установкой. Все там простенько достаточно. Ну, единственное, там пару проводков пришлось откусить. Ну, это все мелочи. Вот такая вот штука. Как работает магнитола, я думаю, ты знаешь. Понятно, да. Еще смотри. Яркости добавил. Можешь яркости добавить. Взял себе Wi-Fi роутер, короче. Бля, вообще. Не будем называть оператора, всем так понятно. Беленький с желтыми полосочками. Вообще, теперь интернет всегда со мной, понимаешь? 4G. Я не знаю беды. Да, 4G по трассе. В деревне, блядь. В Москве, я не знаю. На Луне 4G, блядь, и никаких проблем. Смотри, Uno Momento, сейчас запустим. Навигатор, Яндекс. А, я еще вообще тему покажу. Хлоп, он сразу показывает, где мы, блядь, и какие пробки вообще вокруг нас. Смотри, чудеса! Короче. Чудеса! Смотри, короче, фишка. Кнопка Нави. Научился, бля, программировать. Нажимаю Яндекс Навигатор. Нормально? Прям с места она сразу, хлоп. Корабля на бал. Чик-чик-чик. Не знаю, как тебе это все показать. Как тебе это интересно? Как люди без пробок вообще живут? Как они ездят там на работу, с работы? Понятно. Ютуб вообще валит. Просто валит боком. Смотри. Смартфон будущего. Рекламку такую запустим. Чик. Блин, ну быстрее, чем у тебя дома. А? Да, быстрее намного. Хлоп, у меня дома тормозится. Во весь экран. Ну это ладно, Samsung нам не платит за это, блядь. Не будем показывать больше. Смотри, там нажимаем стрелочку назад. Хуяк вот этот, как у всех. Окей. Хлоп исчезло. Я тебе говорю, это, блядь, планшеты. Это просто планшет у меня в машине. Хлоп-хлоп, ну куча менюшек всяких, все как обычно. Радио, Bluetooth. А, тема. Подключился этот ELM327. Приложение поставил. Помнишь, что ты мне давал тогда? Да, работает. Вообще охеренная тема. Видал? Все глухо, тихо, да? Завожу. Обороты. Теперь следи сюда. Ну, газуль нажми. О, видал, все прыгает. Бля, выхлоп, ты слышал? Выхлоп вообще волшебный, просто чудесный. Приборная панелька, хуяк, открываем. Сейчас он прогрузит. Хлоп, тут скорость показывает, там, эту, жидкость, температуру, давление, блядь, этого, турбины тут показывают. Вообще, все, что хочешь. А, тут можно еще добавлять кучу всякого. Добавить прибор. Бля, на русском. Какая-то шкала, половина шкалы, стрелка, можно графики выставлять вообще. Сейчас по полной отслеживаешь все. Данные GPS, крен, дифферент, вообще, я тебе говорю. Тема нормальная, стоящая. Понятно. Вот так. Ладно, вот. Пойдем дальше работать. Ну, пойдем. Нам еще Хаммер предстоит. Пойдем.